К 226-летию Одессы в Преображенском парке открыли мемориал памяти великих одесситов. Мемориальный комплекс расположен на месте бывшего первого городского кладбища. Имена первых архитекторов города, врачи, руководители порта, а теперь увековечены на его стенах. Инициатор создания мемориала, известный одесский историк Олег Губарь, говорит, что долгие годы продвигал идею появления в Одессе такого места. Краевед добавил, такие памятники нужны городу, своих героев нужно помнить всегда. Идея эта витала в воздухе на протяжении многих десятилетий. А в последние годы по мере реконструкции парка как бы вот приближалось устройство этого мемориала. Какая общая идея? Общая идея, значит, должны появляться мемориальные плиты в хронологической последовательности. Почему? Потому что здесь похоронено более 200 тысяч человек. Естественно, что не все атрибутированы имена, но их довольно много. В установке мемориала значительную помощь оказали волонтеры и общественные организации. Впрочем, были оппоненты этой идеи. Конечно, город должен был это финансировать. Другое дело, что очень многие люди принимали посильное бесплатное участие. Есть люди, которым это не нравится, которые хотят, вот им не нравится, что есть преемственность. Им не нравится, что у Одессы есть реальная история. Есть люди, которые хотят подменить ее чем-то другим и тем самым лишить людей вообще корней, исторической памяти и ощущения личной причастности. Сейчас на двух плитах увековечены 65 имен, но места еще будут заполняться. Ведется реестр одесситов, которые были захоронены на первом городском кладбище. И каждому из них будет отдана дань памяти и уважения. Отметим также, что мемориальный комплекс украшен теневым навесом, который символизирует многонациональность Одессы. Узор сформирован из букв 5 алфавитов – греческого, арабского, а также кириллицы, латиницы и иврита. На мемориале можно увидеть три символа различных религии – крест, звезда Давида и полумесяц.